Лукино. Вот, отклонился сразу. Я так понимаю, что с этой ударной категории у нас будет персональное увеличение скорости стрелков. Трипл Тейлвип, прям сразу Флоттери, прям в начале своей попытки. Я уверен, что это лишь начало было. Гурайчик-то так и запрыгнул, ведь прям доску подлетела ровненько под ножки. Это означает, что у всех остальных участников, которые еще даже не приняли, не выполнили свои заезды, поджилочки могли затрясить, потому как первый участник такой возрастной категории 25 секунд позади, а уже братья в квотере есть. Трипл-трилвит в квотере уже тоже был выполнен. Страшно представить, что нас ждет дальше. Но, тем не менее, 10 секунд осталось у нас у Егора. Оппозитивчик в небольшой статик. Я уверен, что здесь 2 секунды у тебя осталось. Как раз на тренировщик намайл, я так понимаю, пытался Егорик сделать. Егорик не получилось, ничего страшного. Напомню, что смотрите, вот набирает свои обороты, так что дальше нас ждет еще больше соревнований.